Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и на ваших экранах вновь прохождение такой замечательной RPG-шечки 2002 года, как Divine Divinity. В общем-то, мы продолжаем валить за барылах, потому что их тут тьма тьмущая, правда, я пока ни одного не вижу. Но их много, поверьте мне, да, их было много. Нам нужно освободить женщинку, которую похитил зомби-похититель. И, в общем-то, я надеюсь, у нас это получится сделать без особых затрат магического продовольствия. Куда она ее потащила еще? Можно узнать. В могилу, в какую-нибудь, может, открытую. Что? Что ты хочешь со мной сделать? Ты останешься с Джеком. Свежая, милая, мертвая. За что? Что я тебе сделала? Нет! Помогите хоть кто-нибудь! Спасите! Ты останешься с Джеком. Мы будем неразлучны. Хиренова. Все-таки, я так думаю, есть... О, что-то сломано, что ли, почти уже? Черт. Как он быстро ломается. Все-таки не зря второй купила, потому что мы сейчас... Я не могу унести столько вещей, надо что-нибудь бросить. Заменим. Очень быстро ломается. Это очень печально. Так, и все-таки, наверное, придется выкинуть... что-нибудь. А, о, смотри-ка. А, ну здесь, ну все тогда, до свидания. Так, хорошо, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, что тут всего один предмет. Какой? Деньга. Замечательно. Так, ладненько. Здравствуй, хороший друг мой. Не надо. Как пойти, налево или направо вообще? Это иметь какую-то... Вот что-то под собой вообще. А вот это мне не понравилось. Подождите. Давайте парными их стрелами. О, боже, это божественно. Золотишко, пожалуйста. Слушайте, наверное, их лучше стрелами все-таки, а не огнем, потому что... Слышь, ты там, мертвяк Джек, фонаревшишь? Поднимитесь, братья мертвяки! Чё-то голос знакомый. Помогите мне! Джзарго, это ты? Очень похоже, что-то такое. Ой, бежим, 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 бежим. Какой ты быстрый, однако. Ну тебя это не спасет. Опа, и все. И нет тебя. Ай, молодец, да? 5 минут от серии не прошло. Я не знаю, как и благодарить вас, сударыня. Это такой ужас. Да пожалуйста, сестренка, как же я могла тебе не помочь? Я бы с радостью отблагодарила вас, но у меня не гроша за душой. Чудная нищенка. Да ладно уж, что тут. Не перевелись еще добрые люди в Ревелоне. А, есть такое, грешу. Че торгуешь? Яблоко, апельсин. Ну ладно. 22 тысячи опыта. Так, я пошла за... А, черт, я... выход же в другой стороне. Ладненько, а что тут есть? Здесь есть что-нибудь вообще? Сюда не зря ходила. Ну-ка, если я затушу? А если еще раз затушу? Мы это практиковали, и это интересный результат дало. Но не сейчас. А я могу еще ниже? Нет, не могу. Жаль. А если я зажгу? Что-то как-то не очень, да? Темно, как я не знаю где просто. Опа. Деньга, раз. А что не... Хотела сказать, что не выкопанное, а потом вспомнила-то. Из них же встали эти товарищи-то.
Правда, товарищей, по-моему, было меньше, чем могил. Ну ладно. Все-таки подзатушивать, если что найдем. Так-то подземелья не особо, да, такие богатые. Ну, нахуй денежки он. Конечно, разграбили могилы, которые, в принципе-то, как бы... Ну, это же обычные могилы. Ничего? Люди ж, которые тут захоронены, не виноваты, что из них зомбарылов сделали. Ну ладно, мы выполнили задание, уже хорошо. Давайте еще вот это потушим. Ибо нефиг. Полированная лопата. Нам она не нужна. Возьмем, не возьмем. Да, я возьмем. Не могу унести столько вещей. Надо что-нибудь бросить. Да нормально. Нет, она мне не продаст. Хотя пойдем с ним поговорим. Надо оружие брать. Здравствуйте, добрый мой спаситель. Чем я могу вам помочь? Да я так, на всякий случай, заглянула проверить, все ли в порядке. Можешь спокойно идти дальше. Да. Смысла тебе продавать ничего нет. У тебя ничего нету. А я могу у тебя перебдеть как-то? Может, ты мне кров предоставишь? А-а. Вот никогда не живите на кладбище. Никогда не знаю, что может случиться. Ладно, пойдемте к Йольфам. Где они там были? Постоянно забываю, где-то кнопка. Вот, нет, не вот, вот. Так, Йольфа, Йольфа, Йольфа. А где Йольфа-то? А, вот Йольфа. Ой, блин. Ну, не то, что прям далеко, но... Могло бы быть побыстрее, конечно. Вот жадность. Жадность Фрай разгубила. У меня денег, в принципе, достаточно. Вряд ли это кольчуга там сколько-то стоить будет. Да и вряд ли, на самом деле, эти лучники у меня ее купят, но... Я вот не могу. Я не могу пройти мимо. О, правду говорю. Я не могу унести столько вещей. Надо что-нибудь бросить. Подожди. Сейчас донесем, все нормально будет. Кто там? Тролли мы завалили. Здесь нас особо трогать, я думаю, никто не будет. Ну, может быть. Стоп. Пауки не считаются, это пауки. Смотри-ка, она попала. Ой, как там много всего. Я не могу унести столько вещей, надо что-нибудь бросить. У-у-у, что это? Не хочу знать, это, по-моему, вход в логово троллей, что ли, или пауков, или чего-то там такого. Нехорошего явно. Шикардосина просто. И маны мало кушает, мало же. Две маны, да? А сколько огонь, интересно? Пять. Вот почему имеет смысл качать лук. Так, стой. Так, нет, знаете что? Давайте все-таки его нафиг. Я на такое пойти не готов. Я хочу внутрь сходить, а там наверняка придется бегать, чтобы нас не это самое не оформили. Был тролль или нет тролля? Я, по-моему, в темноте лучше стреляю, чем днем. Честное слово. Так, ну подожди. Что это? Вход в пещеру. Мать моя! Ну да, логично, что там столько пауков, но что-то это как-то вообще нехорошо. Жалко, здесь нет какой-нибудь кроватки или чего-нибудь такого. Я бы тут отдохнула бы. Бутылочка. Замечательно. Ой, да, кстати, неплохо. Хотя есть слабое зелье, это, конечно, уже не в кондишн.
70, конечно. Неважно. Короче, не канает эта хрень. Уже у нас слишком много маны для этого. Спокойно. Ля-л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 я
было не очень, да? Сейчас скушенькаем мясь. Чтоб хорошо было. Так. О, не-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 не. У меня аж покраснело все перед глазами. Не-не-не, это не очень как-то. Че там ходит? Здравствуй. И ни одно не вошло, да? Ты зачем, господи? Где Йольфа? Ты сейчас что за звук такой был? Да, что-то там. Я уж немножечко напряглась что-то. Падай, молодец. Ух! На помощь! Что случилось? Плохие дети забрались к нам в дом. Они побили маму и папу и заперли их в спальне. Я убежал оттуда и прибежал сюда. Расскажи подробнее. В дом можно попасть незаметно? Да, можно. Я выбежал через заднюю дверь, которая ведет в кухню, и запер ее за собой. Только вот ключ потерялся по дороге. Если вы найдете его, то сможете войти так, как я выбрался. Ага, попробуем. Спальня тоже заперта. Главарь страшных дядей забрал этот ключ. Я не знаю, где ключ к задней двери в спальню. А... Все ясно. Ты, малыш, иди-ка в дом гильдии, жди меня там. Я попробую выручить твоих маму и папу. Что-то я сильно сомневаюсь, что мне домой что-то сделают. Мне нужно отдохнуть, как минимум. Это вот... О, как троллей много. Так, вот Йольфа. Тук-тук. Санья Шала, Телор. Добро пожаловать в гильдию лучников. Рад встреч. Простите, мы знакомы? Да, по крайней мере, я знаю тебя, Зандарол, и являлся мне вас сынах и рассказывал о тебе. О, прости, я не представился. Я Элредор. Вы владыка эльфов Элредор? Зандарол... Зандалор, господи, Элредор, Зандарол... Ах. Зандалор сказал, что я могу спросить у вас свиток пробуждения, чтобы открыть эльфийский телепорт. Да, все так, Телор. А вы можете найти мне свиток? Поможете, точнее, найти свиток? Я никогда бы не дал свиток никому, кроме эльфа, но Зандалор пользуется большим уважением среди моего народа, и его слово много для нас значит. Потому я доверюсь судьбе и отдам свиток человеку. А почему вы называете меня Телор? Что это значит? Всего лишь человек по-эльфийски. Надо же, первый раз вижу эльфа с бородой. Что ж, в некоторых из нас есть только человеческой крови. Он реально на человека, на обычного похож. А вот, фигурка его похожа вообще на этого самого... На Леонардо да Винчи из Assassin's Creed. Только в шляпе. Ну ладно. Это же гильдия лучников, да? Тихо, тут у вас что-то. Ах, если бы, Телор. Большая часть моих лучников сейчас сражается в лесу с темными, жестокими и беспощадными порождениями хаоса. Вон, я вижу, уже ходит тут. А могу я вступить в вашу гильдию? Прости, но новых членов гильдии мы пока не принимаем. А мне кто-нибудь может научить обращаться с луком? Все наши учителя сейчас в лесах сражаются с порождениями хаоса. Приходи, когда беда останется позади. Лет через 50. А вы продаете эльфийские луки? Хотя бы. Я снова тебя разочарую. Сейчас не время продавать луки. Мы собираем силы и готовимся к большой войне. Однако я знаю, кто тебе поможет. В темном лесу, точнее в поселении Фуинимбл, живет оружейный мастер Аванариэль. Финнюмбл? Темный лес? Вы сможете объяснить, как туда попасть? Это к югу отсюда, но будь осторожны, места там опасные. Говорят, в лесу полно всяких страшных тварей.
Один мальчик сказал мне, что его родители держат в заложниках неподалеку отсюда. Да, он уже просил меня о помощи. К сожалению, все наши опытные следопыты на дежурстве. Я слишком стар для таких приключений, а остальные слишком неопытные. Не нужно суеты. Через пару дней следопыты вернутся и помогут мальчику. Через пару дней? Да к тому времени этих людей уже 100 раз убьют. Тише, тише, дитя мое. Люди вечно такие несдержанные. Послушай, иногда нарушать ход вещей неразумно. Любое действие лишь ухудшает ситуацию. Но если ты так переживаешь за этого человечка, почему ты сама ему не поможешь? Да уж я хотя бы что-нибудь сделаю, в отличие от вас. Ну, какие они нехорошие. Опа, здрасте. Что у вас тут есть? Здравствуй, человек. Надо сказать, женщины вашей расы намного крупнее эльфийских дев. Тебе такая большая грудь не мешает? Добрый день, госпожа. Не поделитесь ли новостями? Увы, в последнее время ничего не слышно. Конечно, особенно вот по словам вашего короля, вот прям бросается в глаза сей факт. Вообще ничего не слышно. Блин, у них даже не отдохнут тут нигде. Я так понимаю. Тимка. Так, ключ, спальня, задний вход. Ну, хоть кроватку, хоть одну. Блин. Печаль. Прям вообще плохо. Так, где-то там тролли находила. Ух ты, нифига. Чего так много тут вообще? Слышь, я могу обидеться. Так, стоп, тихо. Темный лес. Давайте в темный лес сходим. Нам нужен свиток. Ну. К югу отсюда, да? Отправиться в темный лес. Слушайте, смена локации, да? Ой, новая локация. Даже музыка сменилась, слушай. Прикольно. Мы где вообще? Ой, какая-то жаба выродок. Страшная хрень. Сколько за него опыта дадут? Я здесь качаться! Да нет, отстаньте от меня со своим поречием. Почти 4000 вот за вот эту вот фигню. А за эту сколько? Я не попадаю. Музончик новый, ай! Блин, мне нравится эта игра, мне нравится это. Как классно. Падай. Слушайте, этот жирный. Жучара навозная. Я даже... Ой-ой, больно бьет, слушайте. За него 1005, я надеюсь, дадут. Беги. Так, паук, это фигня. Ой, сейчас еще этот согрелся. Это нехорошо. И маны нет вообще, нифига. Что-то как-то грустно. Начало было такое хорошее. Я хочу вот того завалить. Да что? Сколько? Блин, не увидел. По-моему, 2700 что-то или что-то вроде того. Я не в том, по-моему, состоянии пришла вообще в эти края. Музыка классная, послушайте столько. Она больше на боевую походит, но... Слушайте, а что на него вообще огонь не действует, вы заметили? Обалдеть вообще. Ладненько. Вот это уже интереснее, да? Иди сюда, жучара навозная. Попади в него, пожалуйста. Твою мать. Вот так всегда. Вот когда последний удар, мы давай ему будем тормозить. Зачем нам в него попадать, правда? Аллилуйя. 8, мать его, тысяч за какого-то саножика. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это плохо. Паук тут мне не нравится. Так, подожди, не то. 8000! 8000!
Нет, отстань. 8000. Жуки, все ко мне. За этого 5. Слушайте, это просто идеальное место для кача. Ну-ка, жук, 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 жука хочу. Хочу жука. Вон он. Вон, вижу. Мы вышли на охоту, слушай. А, нет, это уже обоворот. За нее, кстати. Тоже неплохо там вываливало. 4000 за пару выстрелов. Это вообще, по-моему, идеально. Я буду здесь жить вообще. Обалдеть вообще. Офигенно. Темный лес, блин. Это, конечно, только его порог. Дальше там наверняка будет очень весело. Слушайте. О, змеюка, анаконда какая-то. Мамба зеленая. Ну, дура, ты такая нехилая. Сколько с ней? 4.5. Не, жук мне больше пока что нравится. Он вообще лютый. Наверное, потому что на него магия не действует, да, и как бы предполагалось, что как бы если воину будут делать больно. Боже. Как это прекрасно. Я люблю черный лес местный, темный, какой он там. Неважно. Как угодно. Это шикарно просто. Боже, я обожаю эту игру. Не могу. Так, подождите, ребята. Оп, смотри, как хорошо. Жалко пирамиды, конечно, сейчас нет, потому что мы бы ее где-нибудь тут поставили, телепорт бы до этот сам, до этой самой бы сделали. До кроватки! Как мне в комментариях подсказали. Так. Давай. Это парные стрелы называются, вы видите? Это не парные, это пятерка, по-моему, стрел вылетает. Давай мне 8000 мои. Ой-ой. О, беги, подожди. Надо по прямой как-то так встать, чтобы поудобнее было. Надо же еще лук починить, точно. Давайте сейчас чуть-чуть тут потопчемся, но потом по-любому пойдем обратно, починим все. И там видно, в общем, будет. Еще родители пацаниты надо спасти каким-то макаром. Я помню, там не так легко, там если тебя заметят, то все сразу по шее настучат. Это что там такое ползает? О, нифига себе. Ну чё, паучарина? Умри, пожалуйста. Очень надо. Спасибо. Мне что-то как-то не очень. Давай, вот теперь. Я хочу левел взять, а потом уйти. Это будет идеально просто. Неудачники. Ой, блин. А не надо так делать. Ой, а чё вас так много? Главное сильно не отбегать, это сейчас на юг газону, а там вообще страх. Какой-нибудь лютый вообще. Опять пугачевские мотивы. Бежим. Что-то как-то ты не очень удобно бегаешь у меня, мадама моя. Так, в кого вы? О, тут тебя сперва. Ты закончишься? Надо съесть что-нибудь. Сколько он там восстанавливает? Ух, как хорошо, господи. Не зелье, так еда, вот честно. Так, вот ты.
О-ля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 . Порище вообще страшно. А, не надо. Опа, один минус. Второй. Все, остались только жуки. Замечательно. Аля-ля-ля-ля. Ой, выдохлась, черт, это не очень хорошо. Так, где мои зелья? Давай. Жучара проклятая. Не могу. Ой, беги, беги, ой, беги. Где? Господи, потеряла. Ты где? Вот. Музыка, вернись, я все прощу. Спасибо. Ох, как хорошо, господи. У-у-у-у-у-у-у. Так, давайте, давайте. Я не знаю даже. Новая локация, ребята, ну. Что там ползает? Блин, вот, вот меня бесит, что вот здесь вот не опустить. Это проблем доставляет, конечно, те еще. Если бы с помощью ВАСД можно было вертеть, как в том же Baldur's Gate, было бы, конечно, значительно проще жить. Падай, спасибо. Слушайте, а радиус-то ничего такое действительно уже стал. И стрелы вроде летят как надо. Так, давай. Ну где ты там, господи? Что-то такое медленное это. Сейчас что такое было? Показалось? Волк. Почему не какой-нибудь лютый волк там, я не знаю, или что-нибудь такое? Это же все-таки темный лес. Здесь должны быть лютоволки или что-нибудь такое. У-ху. Но. Ну, я лопала, но как всегда. Отлично. Так, ладно, беги давай. Да беги! Так, ладно, кто тут у нас? О, жаба? Я в тебя попаду? Ну, конечно, нет, господи, зачем? Прикиньте, кто в этом вообще темном лесу может жить так, на секундочку, да? Если представить, если здесь на пороге вот такие вот ребята. Ну так, на секундочку, да. Если включить фантазию, так сказать. Так, давай. Давай. Беги! Сейчас, ребят, сейчас поднимем уровень и свалим отсюда, не переживайте. Это просто очень важно. Ну и к тому же... Ух ты, классно. Вдруг мы сейчас на что-нибудь наткнемся? Ну, ты бежишь там, нет, идешь? Она, по-моему, идет реально. Ну, конечно, идет. Зачем бежать, когда можно идти? Господи, что не сделаешь ради свитка? Умирай. Ох, отлично. Прям в последний миг. Надо алхимию все-таки качать по-варенькому. Чтобы из склянок ваять. Не только из бутылочек, но и из склянок. И зелье-то не помешает? Ну, вот, видите, где заканчиваются стрелы. Радиус обзора позволяет, а вот все остальное не очень.
Беги, женщина, эта анаконда тебя сожрет стопудово, если у тебя обычные змеи-то. Ух, хорошо. Слушайте, какое шикарное место для кача. Можно туда-сюда приходить, уходить, приходить, уходить. И все, это бесконечно может продолжаться. Пока, конечно, уровень не возвысится до такого, что кач здесь будет бесполезным действом. Спокойно, не надо так. Блин, осталось еще чуть-чуть. Вот прям один враг и все. Давай, давай, еще один жук, и я на коне. О, еще новая музыка. О, пестира! Ух ты ж еб... О, боже, какая музыка! Я люблю эту игру, господи! Ой, 2000-е годы, я их обожаю. Это, по-моему, были лучшие годы для РПГшек. Вот, ну, хотя 90-е и вот 90-е и 2000-е. Вот. Что это было, я не знаю, мне это не понравилось. Это вызвало во мне некоторые подозрения, поэтому... Давайте повышать уровень и остановим на эту серию, на этом серию, тем более, что, наверное, я сейчас все-таки побегу по округе, прокачиваюсь, открою чуть-чуть карту, может быть. Ну, нет, наверное, не буду, вдруг там кто-нибудь на дороге выйдет, знаете, там все дела. В общем, наверное, все-таки нет. Но вот рядышком здесь побегаю туда-сюда, туда-сюда. Может быть, сбегаю на рынок, продам, что там надо, не надо. Починю, кстати, лук, чтобы вам просто опять все это не показывать, потому что вам наверняка это все неинтересно. Вот, боже, мне нравится. Все, не могу. Давайте вот так сделаем в какой-то веке. А за кадром я подумаю, какой я хочу навык взять, потому что сейчас я не буду над этим размышлять. В общем, пока что тут остановимся. Прям вообще игра радует. Знаете, вот когда уже хочется чего-то новенького, ты приходишь на новую локацию, где тебе дают пару новых монстров, неоткрытую карту, новую музыку, и все. И ты как в раю. Боже, отличная игра. Доставляет неимоверно, на самом деле. Не знаю, как вам, мне вот очень-очень нравится. Вот. Доставляет, честно говоря, моментами даже больше, чем Skyrim, который мы сейчас параллельно проходим, серьезно. Может быть, конечно, потому что я не знаю, что тут как, я никогда не проходил эту игру, но вот так вот, если вспоминать первые впечатления от Skyrim, самый вот первый, да, когда я играл, там, конечно, тоже все очень-очень было круто, но вот здесь как-то чуть-чуть понасыщеннее, что ли, эмоции. Прям вообще классно! Не могу. В общем, если вам нравится так же, как и мне, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, не забывайте про группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новости и прочую от себя тяну веселую. И, в общем-то, увидимся в следующей серии. С вами была Севен, всем удачи и пока-пока.